Новым годом, друзья мои родные! Эту акцию запустили впервые, мэрия наша, и каждый район в ней принимает активное участие. Открывали Ленинский район, вчера были Октябрьский, сегодня наша очередь. Первомайский район приветствует всех горожан и поздравляет с наступающим Новым годом. И все это сделано для того, чтобы люди почувствовали праздник и зарядились вот этой положительной эмоцией и встретили Новый год с радостной улыбкой, с теплым настроением. И несмотря на то, что у нас такая погода и нет снега, но чувствуется Новый год. Конечно, идея замечательная. Мы надеемся, что эта замечательная акция будет проходить ежегодно. Пусть это будет доброй традицией, когда мы друг друга поздравляем с праздником, с наступающим Новым годом. Молодец, вот сразу и держи подарок, давай. Держи, деда. Хочу пожелать, чтобы во всех троллейбусах проводили такие интересы. Люди хоть будут с хорошим настроением встречать Новый год. Достаточно приятно знать, что люди готовы поднять кому-то настроение. Вот. Ну, в принципе, да, мне нравится.